Готов по борту. Торпеды слева по борту. Союзники, передаю координаты важной цели. Уничтожен. Привет. Здорово. А я тебя заметил, вот только в смысле, что это ты. Когда я тебя утопил уже, да? Нет, когда стрелять начал. Вот видишь, я Сетла чуть-чуть не добил пиздюка. Ну. Я его фокусить старался.
Но он сейчас встанет, ему тупо за остров, и все. Ну, одной точки ему хватит. Надо. А, вот этот клан этого. Кто он? Гитфан. Тик который? Чей это? GGF. По-моему, это его клан. Ну, ему бы вперед чуть-чуть, блядь, но опасно, сука. Вот он сейчас, вот это ошибка. Это он... Да, это ошибка, блядь. Пиздец. Там пачка ему, идет. Блядь. А ты еще не видишь торпеду? Я вижу, почему? Да, он я сожрет. Вижу всю торпеду. Сейчас он сожрет, да. Одну точно. Красавчик. Нифига, он удержался, блядь. Нормально. Если он сейчас... А, у него РЛС-ка долгая. Да, у него вторая точка еще, блядь. А гидроакустика РЛС-ка, да, а то да. Берут всякое говно. Ну, не зря я его не заберет он его, блядь, не заберет. Хотя от этих отмансил. Все, вторая точка уже похеру. Еще торпеда. Теоретически может поймать. Там 500 очков. Он раздает, блядь, направо-налево, блядь, блядь, блядь. Ну блядь. Тут не угадаешь. Нет, отманси... ловит одну, блядь. Нет, отлично. Красавчик. Угу. Ловит, блять. Сука какая шустрая, блять. Я его сглазил. Но. Ну зря полез. Конечно. Все, труп. Нет, нет, от этих он идет. Блять, да где у него РЛС-ка, сука, или габ хотя бы? Егерь торопится, ему бы этот плотный надо давать. Но этот, видишь, маневрирует, у него маневренность высокая, судя по всему. Это веточный сета? Или это уголь? Всё, нафиг. Я не помню, кто такой вообще корабль. Пиздец, вот сейчас точно пиздец. Да. Зря, зря. Все равно плюсик ему надо поставить. Хорошо, мансил, прям душевно. Угу. Ничего не скажешь. Угу. Порадовал, порадовал. Блейза на Хекторе махом успокоили, блядь. Я, ну да. Они что-то в моду... Пошли. Думаю, что за херня-то? Думаю, сам взял. Нихера себе у него там улучшения какие. Да вообще просто. Вот это та карта, на какой мы продули. Вот я пойду на седьмую линию, потому что они из-за того угла тут раз вылезли. Ну а мне куда идти? А, ну я как пошел, так и пойду, да? Ну да. А ты куда вот собрался? Я вот сюда собрался. Блять, сейчас... Куда? Тебе че? Вот сюда. Понял. Че, тут F3 уже что-то жмут, F3 что-то. Рубь. На это Саныч. Только через точку идти. Хорошо, через точку давай пройду. Так, я, мне куда идти, я забыл? За ягера. За мной. Иди за мной. У меня на карте два ягера, блин. Один влево, другой вправо. Который вправо пошел, за ним иди. У меня просто не настроено, что там не надо пойти, блин. А там высвечивается, по-моему, нет? Настраивать надо. А.
Да ну столько места будет, все это забито, блять, карта. Полосочками. Странно, что-то их на точке Б нету. Не успели еще дойти. Они, наверное, сами в шоке. Угу. Вон они уже блокируют. Вопрос только где, блядь. Сейчас мы все проверим. Я свечусь, вон где дымы. Думаешь, ой, там, да. Ты прав, дружище. Так, ну я там против ПМК Руприхта, наверное, вряд ли, блядь, удержусь. Ой-о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 й. Надо, вы заберите, народ. Вы там скажите насчет этого, когда давать, там, что давать. Да уже ничего страшно. Пока не надо давать, уже жопа, блядь. Уже все, да? Да, уже все херово, блядь. Вот он, страшный. Да, блядь, и я тут как дурак голый, блядь. Сейчас я попробую Руприхта посадить. На бутылку? На стакан, блядь. На кукан. Все вам бутылку. Какие-то извращенцы. Вон жанвар идет, вот это хуже. Это молодежь, блядь. Ах ты. У тебя торпеды по левому борту. Да, да, да. Торпеды — это Руприхта, походу. Так, ну это неустрашимого сношаю. Да неустрашимого, а меня тут сношаю. Я могу это дать? Не надо. Что-нибудь. Самым противоестественным образом, блядь. А Руприх сейчас, сука, выйдет торпедами меня, да? Что ты за... Сука какая, блядь. Говори, блядь. А у меня торпед нету, да, нихуя? Мразота этот неустрашимый, блядь. Сейчас сожрет меня красавчиком, блядь. И никто мне помочь не хочет. И балансы. А чё, ББхи животворящие? Ты чё, забыл что ли, блядь? Рубли, блядь, ебта. Охуеть, меня тоже тут накрыли, блядь. Да. Капец неустрашимого. Нет, ушел, падла. А, не успел я прожать, ё-моё. Ничего нам пиздюлей дали, да? Был хороший план, между прочим. Но он и сыграл. Ай. Да, вообще-то нет. Я не знаю, как вы что-то начали играть. У них линкоры достаточно спокойно прошли, почти без урона. Ну, 33 тысячи, 4. У меня вообще урона нету, 5 тысяч, вообще ни о чем. Ну вот, у них линкоры прошли, хотя вы должны были заваливать торпедами линкоры. Меня достаточно быстро забрали, потому что выдвигаюсь вперед, чтобы расстреливать неустрашимого. Ну что, посадить на ПМК? Ну да, то есть я его разобрал почти. Ай! Да там мне пришлось пошел. Вертеться под двумя этими. Думаешь? Ну, ты даже если этого сейчас, ну попробуй, забери. Просто два эсминца, да. Это будет ничего хорошего. Да, чего, это труп, скорее всего. Сглазил. Угу. Да не, надо было Руприхта встречать, что-то я погнал. По-другому. Конечно, что у вас получится. Да получится, у них коляска светит. Почему это у нас не получится? Они же такие ребята. Не, что ребята, блядь, огонь — это базаров ноль, но у нее
48 свет и 2 минуты перезарядка. Понятно. А у тебя не, больше всякого. У меня время работы снаряжения 63 секунды. А, она у тебя не угольная, что ли? Ну... В смысле? Почему? Как 63? Подожди, я не понял. Как а 63? У меня у вас увеличение торпед. А, у тебя рвыски, да? Что, значит, так я в прошлый раз про это говорил, что она неправильно пишет. Да, тогда она показывает... у меня 48, я вижу. 48. Ты куда пошел, блядь? Вот ты куда пошел? На А. А ты хочешь с этой стороны? Пиздец. Да уже похеру, блядь, в какой стороны, блядь. Ты... Все, я уж бегу, блядь, за тобой. Бегу, Семен бегу, бегу, Семенович, бегу. Ты че, блядь? Мне чтоб меня... Ну, у них... Так, а я куда стреляю? 12,5 километров. Я знаю, куда ты стреляешь, блядь. Я по вами выпустил торпеды, блядь. Молодец. Я знаю. Ё-моё, Руми, блядь, ты, блядь, подставил пацанов, братву всю подставил. Да ну ладно, не плачь, все будет вот, мы красиво. Мы в жопе, блядь. Да ну какой жопе? Иди, иди сюда, блядь, будем всех убивать. Бегу. Ну вон, два линкора, закидывайте их нахер торпеды. Ну я и кинул, закидывай, не закидывай. Одной торпедой попал, блядь. Ну я попал еще в него на десяточку. Еще тремя торпедами попал, блядь. Почему здесь никого сейчас нет? Сейчас у меня не ответ по памяти. Потому что они на у нас на Б. Заебись. Да. И Джаггер по центру. Руми, разворачивай. Красавчик, там сейчас наших кончат, блядь. Братьев. Понял, разворачивайся. Только ты наших меньших братьев. Ягер перед тобой, вон Руми, влево, вправо уходи, вернее. Вправо, да, ухожу, ко мне уходи. Ухожу. И сейчас перед тобой ягер будет. И, короче, два здесь. Один. Разбирай здесь... его, Андрей, разбирай. Да сейчас разбираю. Да ё-моё, скажи, еще пушки не сведены, блядь. Ё-моё, блядь. Я Семен... помню, Руми ну, был такой две красавчик. Две торпеды я влупил. На 38 тысяч. Молодец. 40. Вот так вот надо. Один выстрел, один труп. Молодец, молодец. Убегай быстрее, там он, целая толпа против тебя, блядь. Угу, хрена не пускай сосуд. Движок выдал ягеру. Блядь, сука, ягер, смотри, куда сюда идет, блядь. Вот разбирай ягера, Руми и торпеды сбрасывай. Да меня этот, сука, еще светит своей херней, гапом. Прикольный пацан. Нахер ты в него стреляешь? Да я ж один хер свечусь. Если б я не светился. Так ты отойди. Блять. Да блять, пытаюсь отойти. Руми, что ты без меня делал, блять? Я ягера убил, представляешь? Молодец. Дымы есть, что ли? А у него все есть, блять. Вот же модная лодка, блять. Вот он... Непонятно, почему он их раньше не поставил. Торпеды. Было. Блять. Обратно эта херня, в рот ее ебать. Остров, да, что ли? Да какой остров? Гапы, гапы. Гапы ебаные, блядь. Да, это проблема. Сука, не успею я развернуться, чтобы хоть торпеды... Ну, блядский, да, в рот. Да, такой молодой, красивый был, я по логике я должен за тебя, брат, отомстить, блядь. Он, видишь, мне выбил движок. И пиздец, я хули дымы-то поставил, у него отсветилось. Он взял обратно гап этот, включил в рот его. Чих-пых. А я вот и стрелял, чё толку-то? Ну я пострелял, а то бы вообще не стрелял бы, он меня один хер съел бы. Ну вот Саныч хоть три торпеды всадил. Надеюсь, хоть за стопом. Не. Нет. Херово.
Не, ну вообще нормально. Mm-hmm. Просто я близко, сука, подошел к этой херне. Три торпеды. Я вот думаю, вот может Игеру подойти это, туда, где и вами. А можно Руперта посветить? Как он его посветить? Он с какой падла стороны идет? Вот я откуда знаю. Ну, можешь не светить, они меня просто сейчас вдвоем разберут. Да я понял. Вот, уже, ну ты бортом к Ивами, он сейчас тебе просто всадит. Ну, у меня. Я сваливаю от Ягера. Да я понял, он тебе на хвосте сидит. Ну, торпеды как... можешь пусти, на всякий случай. Вдруг этому дурику попадешь. Но у него тоже торпеда есть, у этого хуепута. Да я в курсе, что у него есть торпеда. Взять. Все. Да. Привет, Рома. Ну, как в принципе, я, пожалуй, нормально. Пока все. Пока все. Отдохнешь? Да. Блицов. Он просто эмоционально перебрал. Все, поиграли. Да почему? Теряем одного друга, да и все. Я бы случайно и пошел бы. Показнил бы там, бля. Можно и случайно, и давай в случайные сходим. Сейчас я всех здесь убью. Хотя у меня уже пол одиннадцатого, блядь. Ну да. У нас пол седьмого, тебе пол одиннадцатого, да, 4 часа. Рубрик сзади, наверное, будет, да? Наверное. Им сейчас они по логике должны не высовываться, эти да, как-то. Им похером, блядь. Да, 700 против 300, две точки капают. А близко подходить нельзя, иначе Саныч утопит. Угу. Ну они либо этого Ягера ждут. Ну вот да. Ягер с точки С, куда он может пойти? Он, наверное, может пойти перед этим тоже линкором, либо сбоку, да, вот сейчас где ты идешь. Да похеру, блядь. Ну тут да. О. И уходи. Во-во-во. Не успею, скорее всего, блядь. Успеешь, успеешь. Нет, не успею, блядь. У тебя ж до 5-6. До 5-4. А, 5-4. А, ну да, да, да. А что у тебя за эту штучку вылетела? Капитан, епта. А это сколько торпед уже всадил? Неважно, не обращаю внимания. А, ну вот. Он, наверное, ах, сука. Мимо оттормозился, ну, красавчик. Да, да, да. Ну, две. Ну да, закидывай его, да и все. Да тут дело. Он просто сейчас... Ну, он сейчас... Понимаете, как линкоры играют. Да, он сейчас сам в шоке скажет, ёб твою мать, сколько у него перестрел. Ну да. Да, да, блядь. Ну и все, да. Ну и все, отлично. Надо пойти двигаться, топить, да и все, блядь. Но он не дурак. И Джаггера перестрелять. Да, и Джаггера да. перестрелять, блядь. А вот он у тебя, он Джаггер на встречу. Да. Это пиздец, Саныч. Да я ничего страшного, чё. Я же в героическом бою не погибну, блядь. Пиздец-то еще как сказать, блядь.
Что это? Помнишь, торпед-то хитрый человек. Да. А ему-то вот пиздец. Да-да-да, пизда ему. Ах ты, сука. Выжил, скотина, блядь. Ну он тебя добрать доберет. Ну и ты его тоже, смотри. Да, если успеет дойти. Да, все, видишь. Вообще, ну почти вытащил. Чуть-чуть не вытащил, блядь. Да, ну за это надо выпить. А я думаю, что я за... Сколько? Три лодки я взял. А торпед сколько ты выпустил? Да ё-моё, ты чё достал меня с торпедами? Сейчас. 162. Я 24. Всего. Сколько? 162 и 27 попал. Охуеть. А я 24 только успел. И 3 попал. Ой, блядь. На сороковник. Блядь, пол одиннадцатого. Ладно, ребятушки. Давай, всё. Спасибо за ином из боев. Так неприятно было, я вам хочу сказать. Паш, ты сейчас во время веселья окажешься закрытым островом. Сам смотри. Паш, не надо за мной ходить. Ты мне ничем не поможешь, потому что я буду все равно к тебе убегать. Даже добрым словом не поможешь. Ну я могу и послать. Ну это понятно, но все равно этого мало будет. Дружище, ты че? Даже так. Ну. О, уже что-то берется. Ну, Померань молодцы. Если они сейчас зайдут в центр оба, они вынесут нас всех. Да, они нас и так вынесут, что в рубриках ничего нет. Нет, не так. Там счастливая Таня уже сейчас получает по башке. Вот он, падла, блядь, что и ожидалось. Блять, он странный, малый, он встал, дымал. Ну, молодец. Что-то знает. Меня светят Руми. А, меня Померание светит, все ништяк. Зетка 2 торпеды вон выловила. Там. Сейчас я начну жрать торпеды. О, на ней идут. Видишь, они тоже не дурачки, встали, блядь. Молодцы, пускай ловит 4-5. Вот, ну, кто давай, больше? Давай, так, давай, делай вот так красиво, делай. Ах ты, сука! Он включил свою хуету! Опа! Ягер нашелся. Угу. О, еще две. Я выбил у ягера движок и рулёшку. Хер ли толку, блядь, от меня убьют, блядь. Еще раз движок выбил. Ну, все-таки две лодки вместе, блядь, я имею в виду Зетка и Ягер, блядь, они выносят флаг, блядь, видишь, что получается. Надо было нам Руми с тобой идти вместе. Вы, они бы вдвоем вас вынесли. Смысл двух Джаггеров в одном месте держать вообще никакого. Ну, давай посмотрим, чем дело кончится, блядь, ничем хорошим, это точно. Ну, а когда чем-то хорошим кончалось? Джаггер, выйди, забери эту, блядь. Да сейчас, блядь, никак не развернусь этой херней. Да сейчас твои торпеды его заберут. А ну да, я ж супер. Просчитал же я все, блядь. Да, блядь, вообще молодец. Так, я курить ухо пошел. Так, а Джаггер у меня сзади, да? Ну, скорее всего, где либо ты? Сбоку. Да, тебе бы уйти куда-нибудь, как некуда тебе уходить. Сейчас этого Померани заберем. Да, сейчас он, наверное, торпед нахавается. Да, притом все четыре веера по чуть-чуть возьмет. Раз, два, три, четыре. А бить его должен кто? Правильно. Ну кто ты, кто я. Больше, это некому, да. Только я, блин. Молодец. Ну вот, а ты со мной ходить не хотел. А сейчас надо увернуться еще, блин. Ну, блядь.
Тут это пиздец просто. Ну да, сейчас ты лаверды получишь. Ну это вот то же самое, они подловили точно так же, как и я того. Не туда, Андрей. Оттуда. Ну, тут-то, блин... Тут-то жопа, блядь, согласен. Ты промазал. Да. 5 минут до конца боя. Я понадеялся на ПМК, дружбана. Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Вам пиздец. Партия, братья. Ну, суф. Я вырулил, да. Я думал, почему-то они с той стороны будут обходить остров. А видишь, они пошли вместе. Ну, но тут да. Нужны тоже, да. Да. И все, они сейчас за свет уйдут. И пипец. Сейчас только будут кидать торпеды. Да вон они, блядь, 5 так. Вееров, 6 ну, вееров да. Идет. Это с этой стороны, это с этой. Ух ты. А нету гапа? Есть. Включи. 4 секунды осталось, блядь. Да выключи. Блин. Не достает до этого хрена, похоже, который в дымах стоит. Да он ушел. Да нет. А нет, да, ушел. Точку ты берешь. Ой-ой-ой. Да вообще страшно. Такие да торпеды, пиздец. Блядь, но... 18 торпед попало. Так, надо перекуривать. Да, давайте. Рома пошел курить. Стрим попробовать запустить. Ты долго еще будешь играть? Я не знаю. Ты не имеешь в виду свой? Угу. На ютубе попробовать запустить. Сейчас следующий бой запущу. Я видишь, ролики еще... блядь, писать, ну просто реально заебывает. Короче, стрим запустил и пускай он идет. Оставляй выборочно. Я не свечусь еще. Точку можно брать. Хорошо. Сейчас прострелим возможные подходы. Пойдем брать. Ты на фугасах, надеюсь, идешь? Да. Блин, я хочу. Здравствуйте, блядь. Мы не ждали. Я уже перекручиваюсь на тот этот. У них из быстрого да, только Бенма. А чё они экспонуют? А, 6.3 за свет, можно спокойно идти, блядь. Я отворачиваю туда. Ну, в смысле, я... Да, я понял. Не ухожу, просто пушки перекидываю. А я не понял, Бенма меня перестреливает. Ты на егере, тебя, по-моему, все перестреливает. У нас ягер светится, потому что они всем станом там сидят. Ну ягер, блядь, он тупит просто вообще не по-детски. Наш? Да почему наш-то наш? Блядь, нас два ягера всего, блядь, я и наш. Я-то не свечусь, блядь. Он под РЛСом, видимо. А, логично, я еще в РЛС не вошел, блядь. 2-4. Вот я сейчас да, в РЛС. Да, ты вошел в РЛС. Все, кончился. Вот, сейчас теперь тебе, у тебя там есть время подойти накидать торпед. Я попробую накинуть их у гасиков. Либо за островом спрятаться, блядь. Вот он, блядь. Вон он, охренен. Пипец, ягеру, блядь. Ну это, да блядь, ох, у них нормальный ход, тут вариантов, блядь, не должно было быть других. Я пытаюсь ягера спасать. Ничего, блядь.
Вообще, Банма не особо там побеждает ему. Помогать ему надо, блять, помер нахуй. Он должен Торпеды был... скинулся. Он должен был снести. Я иду. Уже, я пытаюсь поймать, попасть в него. Аляска назад отходит, блядь, я... жертва нахуй потенциальная, блядь, если не остановится, блядь. Нет, перед ушли. Носом весь этот. Все суки ушли, блядь. Он сгорит. Все. Теперь мне надо свалить немножко. Искусство войны, искусство обмана. У меня есть некоторое время. Ну, линкоры на твоей совести. Я сейчас попробую коляски накидать. О-о-о. РЛС, РЛС. Я вижу, не кричи, пожалуйста, блядь. Может быть, меня громко найдет лодку, блядь, противника. Сука, Аляска, блядь, какая хитрая лодка, блядь. Морозотная, блядь. Ну, кидаю, я не помню, сколько у меня дистанция, но я кидаю. ББшечки мне пытается прописать. Ух. Нормально, я живу. Красавчик. Возможно, сожрет мои торпеды. Плохо, сейчас зайдут торпеды в мини-сопту, блядь. Ай-яй-яй, только три вторично. Штуки силы веера, блядь. Это плохо, блядь. Бум, мне в цитадель вошло. Неудачно я встал, блядь. Чтобы кидать. Ну, если вы Аляску не убьете, будет, блядь, колор хорошо. Я в нее, блядь, скинулся, но это так себе вариант. Ну, я попробую, чтобы Померанье ее убило. Но не уверен. Да, он оттормаживает. Да-да-да, я тебе поэтому надо... на торможении... Я боюсь высовываться. Тебе надо в линкоре впилить. Ну как впиливаться-то, блядь? Аляску надо убрать с РЛС-кой, остальное разберется, блядь, автоматически. Ты попадаешь мне? Да не вижу я, блядь, по-моему нет. А нет, один за все, готово, Аляска. Все готово. Теперь живем, пилимся. В Миссури, кстати, есть этот. Гап? А, Миннесот. Все, все. Я думал, это Миссури. Пачка, ну, ну да, эти. Не, я обныкаюсь. Что я тебе советую? У нас две точки. Три тысячи накидал. Торпеды в нее. Да, скорее я всего. Я проскочил уже. Нормально, что-то да зайдет там 8000 сил. Они тебя загнать пытаются, кстати. Да-да-да. Скай их загоняют. Ежа голой жопой загоняйте, блин. Наша команда получила преимущество. Сейчас, подожди. 5 минут, подожди. О, ты решил заехать в этот, в РЛ, я в ГАП? В ГАП решил заехать. Блять, да как тебе, какая у тебя дальность, падла ты, блядь. 6 километров должно быть. Я, блядь, 6. Дистанцию не могу разорвать, блядь, сука, нахуй. Еще долго работать будет. Поэтому я тебе, я думал, ты сразу в отворот пойдешь. Я не успел просто. Я ему 6 пробитий фугасик не сделал, приятно. Капец ему на поджогу. На весь вер, по-моему, блядь. А нет, всего на 5, 6, 7 штук. Чё, добьёшь? Он пропал за света, сейчас. Сейчас будет. А, хотя там 24 тысячи, ну его нахер, Ромка. Я через этот
И ты бы если светил его, я бы накидал, я бы... назову. Я спрятался. Так-то у нас уже 800 очков. 123 тысячи урона, блядь. У меня с этими блицами жалоба. Наверное, блядь. Да, притом опять пачка. Я заберу его сейчас. Скорее всего. Я взял РЛСный крейсер. Я не использовал ни один РЛС из пяти. Так, я отойду на пару минут. Хорошо. Может, я, наверное, выйду из отряда, может без меня сходить. Хорошо. Или там кофе сделаю, все так. Слева по борту. Торпеды по левому борту. Торпеды за кормой. Торпеды слева по борту. На Руперте сегодня одно поражение из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, из 8 боев. Блять, как он, сука, долго отсвечивается. Ну это пиздец какой-то. 20 секунд. Так и все. Макс, кстати, участвовал в этом. В чем? В морском сражении. Не участвовал? Он один день был, и мы с ним катали мне этого конкистадора. Ну да, я то есть не... он там взял 5, ты... по-моему, звезд или сколько. Ну, так он на каком аккаунте катал? Ты посмотри сначала. Я на твинке он катал, да? Ну, как-то... А... О чем речь идет в приказе? О твинке? Я не знаю, как бы человек-то один и тот же. Ты для чего ты это сейчас говоришь? Ну так, просто вспомнилось. Ага. Поражение попал прав, блядь, на за свой основной аккаунт. То, что он приходил, что-то там делал, играл или непонятно что, блядь. А в морском сражении его не было. Наша команда получила преимущество.
прикольная катка, остался китаец Футаба Сакура на трансглюкаторе, блядь, и я на эсминце, блядь. Да. Трансглюкатор — это сила. Вам должно повезти. Я вообще думал, что Варуприхта отдельно, два ягера отдельно. Тоже, нет, кстати, хорошая мысль. После взятия точек, конечно. Да. После взятия точек, это мы, значит, победили все. Если мы уйдем с точки Б, ну хрен их знает, посмотрим. Я говорю, вообще ближе 11 километров лучше не подходить никуда. Если бы у Black RLS есть. Black RLS 7,5 километров. Да? То есть... С 8 километров ты можешь лупить. С 30 секунд будет работать. Да бог с ней, что хоть 2 минуты. Ты ближе 8 километров не подходи, и все. Ох, фига, у него мощная торпеда. Скорость меня прям поражает. Я не знал, что у него такие торпеды. У Блэка? Да, да, да. 45 узлов? Да. Это что? Они что там с якорем? А, с якорем сразу идут. А у вас 90 узлов. Какие проблемы? У ягера, блядь, чё жаловаться-то? 97, ты еще попробуй попади. Они дюже быстрые. Точку А накрываем. ПМК. Не, что они пошли по центру, видимо. Да, да, может такое быть, согласен. Посмотрим по центру. А у вас ни вот одного. Ни... Ну, надо все понятно. Они начали только на КВЦ, блядь, ё-моё. Они могли толпой пойти на С. Могли, могли, но тогда нам плюс А, ну только нам надо быть. Да, ты светишься, а я торпеды шмаляю направо-налево и не могу понять, где противник, блядь. Я тоже светлю. Вот он, падла, блядь. У тебя там кто, Блэк? Блэк, да, мне не повезло. Отваливай. Отваливаю, блядь. Ой. Я, хоть я уже две ловлю. С центра кто-то накидывает. Отваливай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Добери его, пожалуйста, эту. Олег, ну вот, сделаю все возможное. Он здесь за углом у меня, походу, где-то рядом. Пиздюк. Я понял, понял. У меня тут Микеланджело и Руплик. Угу. И их пытаюсь насаживать. А тут еще упираюсь. Тут один Блэк, больше никого, по-моему. Ну, по крайней мере, ни одна, блядь, не светится.
Капец, пошли туда. Да, смотрите, идите через середину, с середины накидываются торпеды. А есть другой вариант? Вот здесь где-то. Слышишь? Просто Паша по краю просочится вообще, там он куда-нибудь по Б и вокруг, 7, 8, 9, 10, С, Д. Вот он хорошо накидывает, он вслепую херачит в меня. У тебя торпеды слева, нет, между прочим. А, все, мимо, да? Подожди, это же не может быть этим. Ягером? Не может. Вот он, ягер, ты перед нами. Ягер перед нами. Я понял. Не кричать, то есть ты все понял, да? Красавчик. Да, у меня просто торпеды здесь. Да я понял, вижу. Одну ты в руны получил. Сраку попал. Я кидаю по этим. Я говорю, беги. Куда бежать-то? 7 километров до Руплихта. Сука, ни одна торпеда не попадает. Чё за шляпа? У него датчик, что ли, какой-то там в попе. Да попадают, да, нормально, ну, сейчас... ты чё? Извёлся прям весь. Вон попадают, ой, как хорошо. Уже, да? 5 штучек ягер, только. Светим ягера. А вон он, откуда кидает? Вот сука, здесь, сейчас он меня заберёт. Да, он, да, Рому, да, хочет... Нет, он Рому... вот здесь вот. Да. Он Рому... Все Рому верно. Хочет отыметь. И, наверное, у него это получится. А что там наш ягер часто и кого ждет? Наш ягер нормально, вот я уже утопил. Я в засвете, вот оно, он уходит, падла, блядь. Да он нахуй, блядь. Из этих... Скажи, из этих рук еще никто не вырывался. Ну да, ты же в отпуске, у тебя жены-то нету, блядь. 20 лет за рулем, ёпт. Ну да. И не хуй идешь. Сука, блядь, опять ловлю. Да, блядь. Ну, блядь, моя проблема, не умею уклоняться от торпед, блядь. Саныч. Да, чё, Саныч. Надо увидел ягера, убегай, блядь. Картина должна называться, блядь. И, ну, в смысле, эсминц. Мне счет Микеланджело торпед поймали. Ты чё, Рома? Как ты 5 тихоходные торпеды мог словить? Тихоходные у Микеланджело? Ну, потому что гидроакустика в откате, и у него 88 узлов скорость вообще-то. Я говорю, ты давай там что-нибудь делай, блядь. Я свечу и бегу к точке. У меня никак форсаж не заведется. И вот с этой вот... Каракатис... Ну просто... Я до тебя не дойду, тебя удавят быстрее. Спасибо за комплимент. Но если я тебя не поддержу, все остальные же будут врать. Да уходи вправо назад, Паша. Я думаю, надо. Ну, блять, все пиздец. Нет, не все пиздец. Да, блять, он три всего поймает. Тебе Микеланджело забрать надо и все. План хороший. Осталось только воплотить. Я уже туда накидываю на этого Микеланджело, бедолага. Там я не знаю, уже больше 130. Ну, этот сучонок как на сафари сейчас будет, блядь. Капец, Микеланджело, я думаю, нет. Не дошли, прикиньте, блядь. Руми промахнулся. Ну? Акела промахнулся. Руми промахнулся. Андрей, не подходи к нему близко, разворачивайся вправо. Я да, Саныч, как скажешь. Блядь. То. Да. Я елозю как могу, блядь. Нормально все. Ты все правильно делаешь. Блядь, что ж такое? У него, смотри, не успевает перезарядиться, блядь. Торпедный аппарат, наверное, горячий, блядь. Это да, блядь. Сейчас в остров въедешь, и там тебя поймают, блядь. Блять.
Вот собака взял, спрятался, а? Такое ощущение, нормально, что у него с дымами перезарядка еще быстрее, чем 22 секунды. Ну, нездоровая хуйня какая-то. Да, все, капец Руприхту нашему. А наш ягер, блядь, один погиб, второй мазила. Ладно, ладно. У него затопление идет. 76 ПМК, тысяч. ПМК. Было да бы меня, сейчас. Есть у меня ПМК, блядь. Да, Андрей, куда ты пустил, блядь? Ё-моё, блядь. Так я его не видел, понимаешь? Он только сейчас вышел из дымов. Ну, если поэтому его не видно вокруг, он же нигде не может быть, кроме как в дымах. Ты пустил к херу на кулички, блядь. Короче, нормально, нормально. Убивай, и все. Да я знаю. Угу. Сейчас, дай убегу чуть-чуть подальше. Разрыв маленький, 5,7 километров. Его, если не убьешь, блядь, сейчас придет ягер, и они, это... Ну, в общем, нам плохо будет. Тебя засветит, будет больно. Хотя он, скорее всего, пошел точку брать. Тормаживается. Конечно. Да. Вот они. Да. Ну и что, это ему не поможет. Поможет. Один веер, ну, войдет. А, нет, все, он сейчас соберет пачку. Один веер, ну, попадет. Отлично. Это молодец. Иди на С, Руми, иди на С. Да, вот. Бегу, и, бегу. И шмаляй бегу. Там во все дырки, вот, в смысле, между островами. Все, понял, как скажешь. О, А берет. Есть. А-а-а. Ну, бери, короче, его, все, забивай. Его торпеды до меня точно не дойдут. Да мы выиграли. А у тебя форсаж есть? Сейчас включаю. О, пошел. Я запечатлел этот момент. Ты смотри, да, дым какой попёл. Вообще, блядь, обогащённый такой. Да там негры так... вообще гребут, бедные. Да, у него ну... там машинная эта команда с таких слонов, наверное, там 6 рук, блядь, по 2 лопаты. Слышишь, 23 торпеды попал. Они только руки, видишь, отогрели, и тут на тебе уголь начали кидать. Иди, ты так удаляешься, блядь. Куда удаляйся-то? Да у меня на мониторе. Я же записываю ролик еще один. Но не стрим, материться можно. Если сильно сматеришься, я удалю. Нет, нет, зачем материться-то? Я ж не такой. Да. Я хуже, да? Нет, я думаю, на Б идет. Да, ну и пускай идет. Пускай идет. 930. Тут уже без разницы, хоть куда пускай идет. Сейчас у них точку блокируют. А вот теперь тебе куда отворачивать? Это вот большой-большой вопрос, Руми. Да хоть куда, Саныч? Подальше. Либо на Б развернуться, либо на А пойти. Зачем? 945-6. Руми, ты да. В это... Он не успевает, понимаешь? Вправо сдвинься, чтобы за свет не попасть и не сожрать пачку торпед от него. Он еще те торпеды. Километров 12 не прошли, а уже, блядь, новые уходят. Вот такая перезарядка, блядь, страшная. Да там пипец, ребята вообще в шоке. Вот и все. И все, уходим отсюда. Не, можно ради прикола пойти, но я думаю, вы обидитесь. Если удачу прохерю. А ты развернись на Б. Вот я так и делаю. До нее ближе просто. Да. Да, уже не важно. Да, 9. Ну, почему-то не показан дистанция. Вообще странно, где он есть. Ну где? Он что, дурак что ли? Он понимает, что он не успевает. Что-то у него в голове же было, когда он пошел, блядь, на ту точку. Он, кстати, хорошо играл. Да. Да. Он выкатился в центр спокойно и накидывал на торпед. Вот тебе, да. Я от него тоже словил одну. Даже. Ну вот, кто красавчик, ё-моё. Да кто, не жалко, тебе нельзя плюсик поставить. А знаешь, сколько я выпустил торпед?
279. Ты главное победил, не жалей торпеды. Бюджет мы скорректируем. Идите все. Ты понимаешь? Парни, а мы вам в ответ тишина. МК а не панацея. Я знаю, что это не панацея, но вам идти вперед. Там такая же шляпа. Там тоже Корнилов, который в нос ты устанешь пробивать, а Бортун, если не дурак, он не подставит. Во, видишь, он и Микеланджело. Ага, приколисты. Ой. Я свечусь. Блять, сука, нахуй. Он сюда приперся. В него торпеды мои могут зайти. Вот мудила, блядь. Он включил, и я свечусь, как фонарик. Ну а как, сука, по-другому ты хотел, блядь? Он еще и по мне стреляет. Черт какой, блядь, скорострельный, а? Неудачно я выкатился. Нормально, нормально, держим. На, сучка. Там еще мои торпеды пошли так, к нему в гости. Ну вот и надо было нам вперед выдвигаться, чтобы валиться на Тандером. Причем с разных сторон. Все верно. Все не верно, надо, братья. Ребята. Сейчас мы все сделаем. А, ну, все, вы отсветились? Мы отсветились, у него закончилась эта шляпа его. Он ловит мои торпеды, судя по всему. Ай, нет, ну, сука, оттормозился, черт какой, блядь. Отлично, он отлично. Мою отлично, зато поймал. Отлично, отлично. Ой-ой-ой, добивайте. Три торпеды моих. Как кто красавчик. Маяк? Молод. Мы слушаем. Маяк. Ай-яй. А. Все. Вот тут-то все им кирдык. Они просто поняли. Хороший план, Паша. А? Хороший план, говорю, но нет. Я думаю, что вообще отойти. Блять, а кто вас так забивает-то по МК, блядь? По МК Микеланджело. Он вас светит, потому что они находятся. Я не стреляю. Да ты не стреляешь. Тебе Корнилов, он высвечивает вас. Давайте, ягеры, вы работать собираетесь? Да мы раздаем направо-налево, блядь. Даже точки уже начали брать. А трубку нет, блядь. Чё Корнилов, блядь? Сейчас заберем Руприхта вот этого. Я иду. Давайте, иду, давай. Я к Корнилову иду в гости. Я захватываю точку. Молодец. Ой, торпедка одна. А в кого попал, интересно? Корнилова, а вот убейте. Какого? Я по Руприхту работаю. Здесь один. По Руприхту, а я... Который... А я по Микеланджело. Бэби, который... Вы работаете, работаете. Да, 6 торпед, конечно. Ох, ебать, он высунулся. Я думал, не пойдет на меня. Сука какая, блядь, а. Это труп рехт, блядь. Чё-то мы мажем с тобой, брат. Как он крутится, как одна штучка. Наконец-то, блядь. Блять, тут одного линкора утопишь, блять, все штаны мокрые будут, блять. Видишь, даю вам свет. Торпеды только. А я даю им пиздюлей. Ну, видишь, каждому свое. Было бы здорово, если бы мы все уцелели. О, торпеда, еще одна. Изотоп идет. Давай, давай, утопинись. Отлично. Молодые. Надо спиздили мой фраг. Молодые люди, блядь, как мы красиво сыграли, блядь. Вы только посмотрите. Да. А чья идея? А какое воплощение? Руприхтов. Руприхты молодцы, вообще красавчики, блядь. Нет, это вот да, тут вот прям. Смотри, красавцы. У одного две лодки, у второго лодка, а мы так с тобой на шухере постояли. О чем мы в самом низу? Да, про да. Себя-то я не говорю, а тут вот кто-то вообще вот внизу. А у меня хоть одна победа, блядь. У меня-то вклад, посмотри, какой существенный, ты че? Ну, в общем, все молодцы. Ну, да.